Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, товарищи, друзья, сегодня под сводами Георгиевского зала Кремля, который олицетворяет величие воинской ратной славы России, мы чествуем героев нашего Отечества. Людей, чьи выдающиеся дела, свершения и поступки навсегда будут вписаны в историю нашего государства, нашей родной страны. Время не властно над памятью народа. Из поколения в поколение передается чувство благодарности и преклонения перед героями, перед мужеством тех, кто в разные времена и эпохи на полях сражения защищал свободу и независимость Отечества. Перед трудом и талантом великих ученых, первооткрывателей, управленцев, деятелей культуры, умножавших славу России. Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего. Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают. Ими гордится вся страна. И для меня, безусловно, честь вручить сегодня нашим военнослужащим золотые звезды героев России. Это уроженцы самых разных регионов нашей страны, от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей. И все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину. Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры среди них совсем молодые люди. Собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения. Уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф о их неуязвимости. Среди награжденных немало тех, кто для выполнения боевой задачи успешно, мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты, тех, кто с риском для жизни спасал, эвакуировал раненых сослуживцев. Все, кто сегодня получает награду, проявили исключительную доблесть. Благодарю вас за службу Родине. Для вас, для ваших боевых товарищей, всех героев нашей страны, превыше всего честь, долг, беззаветная любовь к отчизне. Эти качества сейчас определяющие. Они задают высочайшую планку ответственности для каждого из нас. А самоотверженность и отвага наших бойцов служат примером для рабочих и инженеров предприятий оборонной промышленности, для наших трудовых коллективов во всех отраслях экономики, которые не только отразили санкционный натиск, но и наращивают сейчас производство, для всех наших граждан, которые вносят свой вклад в укрепление экономического, технологического, да и культурного суверенитета России. Ваше мужество вдохновляет и волонтеров, помогающим фронту, всех, кто готов действовать на благо Отечества. Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо. Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности. Сегодня неразрывны и питают, поддерживают друг друга ратный подвиг и трудовая доблесть, твердость характера наших людей и сплоченность всего российского общества. И всех нас объединяет искренняя, сердечная любовь к России. Она помогает идти вперед, делать еще больше, преодолевать любые препятствия. Уверен, вместе мы обязательно добьемся всех поставленных целей и сможем сказать нашим детям и внукам: мы и наши боевые товарищи для вас постарались. Мы жили, работали и сражались для вашего будущего. И они будут нами гордиться. С праздником! С Днем Героев Отечества!
Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации присвоено старшему сержанту 9-му Максиму Вадимовичу. Младшему сержанту Ерёмину Дмитрию Юрьевичу. Старшему лейтенанту Казымову Эдуарду Ивановичу. Товарищ президент Российской Федерации, уважаемые гости, хочу сказать спасибо за столь высокую награду. Это оценка не только моего труда, но и всего нашего подразделения. Хочу передать вам слова от парней, которые находятся сейчас на передовой. Мы верим в свою победу, никуда не будем отступать и будем стоять до конца. Спасибо. Рядовому Корнилову Александру Сергеевичу. Сержанту Мизерному Юрию Сергеевичу. Старшему сержанту Михайлову Александру Александровичу. Подполковнику Мункажаргалову Дашибалу Цериндаржиевичу. Сержанту Мухамедееву Ильясу Адельхановичу. Капитану Полушкину Михаилу Николаевичу.
младшему лейтенанту Поташеву Максиму Вячеславовичу. Старшему лейтенанту Спанякову Илье Дмитриевичу. Младшему сержанту Харченко Николаю Николаевичу. Подполковнику Хашигульгову Султану Юсуповичу. Полковнику Шелесту Андрею Анатольевичу. Майору Якубову Ярославу Наильевичу. Дорогие друзья, как мы видим, герои наши люди немногословные. Но они слово свое говорят на поле боя. И дела, которые они делают, говорят за них. Поздравляю, ребята, вас с наградами, с заслуженными званиями Героя России. Самые добрые слова передавайте своим товарищам в частях. Страна не только сегодня, в день награждения, каждый день смотрит за вами, надеется на вас и поздравляет вас с сегодняшними наградами. С праздником!